Можно прийти просто расположиться на газоне, посмотреть футбол. У нас тут есть фудтрак, и также у нас есть футбольные активности, в которых тоже можно принять участие. Да, также у нас есть фотозоны. Ну, скажем так, все для того, чтобы родители могли прийти с детьми и не бояться там их оставить и насладиться игрой, а в это время ребенок был занят и приятно проводил время. Мы установили лимит, то есть максимально это 8500, да, потому что, ну, опять же, мы не хотим, чтобы получилось так, что нету свободного места. Когда сам берешь пуфик, садишься на газон, ты понимаешь эмоции тех людей, которые потом пишут классные отзывы на, там, в соцсетях, да, и фотографии. И действительно понимаю, что мы вот вместе с командой, мы реализовали очень хорошую идею. И, ну, только гордость, только гордость. Вы чувствуете эту поддержку, да? Я вообще сегодня, на самом деле, очень сильно удивлен, что такое вообще событие, такую организацию сделали на стадионе. И сидеть на настоящем газоне и окунуться в эту атмосферу настоящего футбола. Я думаю, что это огромный подарок вообще для простых жителей Минска, которые могут почувствовать эту атмосферу. Но на самом деле, сегодня мы пришли посмотреть, как построен стадион «Динамо», да, как изнутри вообще все это происходит. Мы строители национального футбольного стадиона в Республике Беларусь. Это проект технико-экономической помощи. И как строители подобного сооружения, мы хотели бы посмотреть, что уже есть в Беларуси, и в будущем построить такой стадион, чтобы жители Минска могли бы иметь еще больше мест для просмотра таких вот мероприятий и для возможности еще больше узнавать этот спорт. Очень атмосферно, интересно болеть вместе с кем-то всегда. Вот. Много людей, плюс много знакомых, поэтому классно увидеться с кем-то, кого давно не видели. Болеем за итальянцев, конечно же. Я люблю вечером что-то там гулять или что-то такое делать. Классно, короче. Внук бегает у нас, вот, играет в футбол, болеет. И пришли, вот ребенок уже второй раз. Нам нравится. Мы пришли очень с детьми, с внуком, но вообще просто я люблю такую атмосферу, когда много людей, все, смотрите, они бесит. Каждый болеет за своих, такой эмоции такие. Люди отдыхают, расслабляются, вообще очень здорово.